Едем по улице Пушкинская, проезжаем улицу Майская и направляемся к улице 10 лет Октября. Сегодня 30 июля 2023 год. Погода стоит ясная, температура воздуха плюс 32 градуса. С улицы Пушкинской выезжаем на пересекающую ее улицу 10 лет Октября. Эта улица проходит через три района города: Октябрьский, Индустриальный и Устиновский. Стоим у пересечения с улицей Щёрса. Улица Димитрова. Проезд к улице Майская. Подъезжаем к пересечению с улицей Удмуртская.
it's all the same. Some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Протяженность улицы 10 лет октября 4 километра 145 метров. Поэтому наш видеообзор этой улицы несколько затянется. На этом участке улицы по обе стороны располагается Тимирязевский лес. Couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Это улица Серова. If you think I should change the way I am, just to please you, you know I won't do that. So слева примыкает улица Бумашевская. А справа к нашей улице примыкает улица Чехова. You know me, so that.
Улица Потёмкина. Пересекаем улицу 9 января. You know me, that. Улица 9 января, частный сектор. Покидаем индустриальный район города и переходим в Устиновский район. Улица Бабушкина. Улица Никонова.
Подъехали к концу улицы 10 лет октября. Слева на пересечении улица Автозаводская. Справа примыкает улица 40 лет Победы. Здесь мы идем на разворот в обратную сторону.